На первом татами победу одержал Ларюшкин Иван. Мошников Матвей будет участвовать в поединке за третье место. На первое татами приглашаются Крупин Кумиде, 45 килограмм. Рождение. Награждается за второе место Саляхадинов Арсений. Юноши 14-15 лет, Кумиде, 45 килограмм. За первое место награждается Румянцев Вячеслав. Второе место награждается Маслова Лада. На первом татами победу одержал Ножкин Иван. Крупин Кирилл будет участвовать в поединке за третье место. На первом татами на бой 24 приглашаются Асатрян Адаим, Борисенко, Александра. Внимание, спортсмены, чьи категории уже закончились по кумите, это юниоры, некоторые категории мужчины. Пройдите в зону для награждения. Те, у кого закончились категория в бою уже. Прямо сейчас. Девушки, 14-15 лет, выше 55 килограмм. За первое место награждается Расихина Кира. Асатрян Анаид. На первое татами на бой 25 приглашаются Цуркану Роман, Варинов Степан. Готовятся Халиев Арслан, Крауклис Артем. Девушки. Ввиду разницы веса победу одержал Рудаков